Вот так выглядит Петербург 579 с этим домом на колесах. Вот так называется моторхоум. Весь доводочек организован вход с улицы, скажем так. Здесь уже пассажирское кресло присутствует. Рация. Умывальник. Плита. Та же самая комплектация, только немножко другого цвета. Кстати, здесь присутствует телевизор, хотя так явно его не видно. Он просто прикреплен к потолку и опускается, когда нужно его посмотреть, чтобы не занимать лишнее пространство. Ну, естественно, здесь предусмотрено климат-контроль кабины и вытяжка. Вот в таких условиях приходится работать американским дальнобойщиком.